У вас бывает фантазия об убийстве? Это абсолютно естественно. Я вот регулярно хочу кого-то убить. Она гениальный профайлер, но она особенно, ей необходим помощник. Я предпочитаю ловить преступников, а не разглядывать их под микроскопом. В Питере завелся маньяк, бальзамирует женщин, выставляет их на всеобщее обозрение. Довольно жуткое дело. Интересное. Как симметрично паутина, с тельцем высохшим жука я выпотрошил все, что было в нем, но не нашел пока ни капли жизни. Это фантазия, довольно-таки сложно устроена. Делает кукол, а потом играет с ними. Да, но в чем смысл этой игры? Добавить жизни вам магдалина, немного спирта и формалина. А вы уже получали такие конверты? В 2003-м в Троицке произошла серия убийств. Я там жила в это время. Убийцу так и не нашли. Та история сделала меня мной. Ты думаешь, это тот же маньяк? Капля за каплей, капля за каплей. Он может выбрать вас. Капля за каплей. Он будет преследовать. Капля за каплей. Схватит. Капля за каплей. И задушит. Каплей, капля за каплей. Он тебя заморочил. Вам знаком этот человек? Сука, отвечай, когда тебя спрашивают. Я хочу этого. Я хочу тебя понять. Внутри убийцы. Скоро. Кинопоиск. Премьера сегодня, завтра, всегда.